Один лебедку держит, а другой думает, что лебедку крутит. Успел заглушить вроде так, перевернувшись был. Что там собралось у нас сегодня? Я сегодня на новом, первый день, первый раз. Ну, вот тут Ксимеров будет у нас. Гризлик. Еще ждем, еще подключатся ребята. Нет болота, решили болото покидаться, да? Болото здесь рядом, вот. Да? А вот и первое болото у нас. Засадили аутландера. Грызлик идет. Красавец. Еще вперед подъезд, еще подъезд. Чуть-чуть или влево, или вправо. Еще один грызлик идет. Это только Ирландо сумеет так забуксовать на ровном месте. Все проехали. Аутландер на штатной резине. Чепуком фазингом прошел. Да. На 100, на 100 как проехал. Грызлик, новичок.
Еще один XMR-чик. Длинная база. Макс. Тут на гориллах-то, конечно. О, в этот раз проскочил. Ох, какой красивый релик. Как ты его красиво помыл. И сам испачкался немножко. Юра. Видно, диск кривой даже. Хорошее яйцо у него там. Вот это реник, он всегда такой грязный. Аутландеры намного чище. Вот аутландер ездит. Красивенький, чистенький. Тоже не едет уже. Пора за колесами ехать. За резиной хорошей. Зацепи его. Копай от гориллы. Подожди. Вдвоем решили спасать. Подготавливает почву. Юра подустал уже, видно, наверное, да? Или нет? Да. Подустал уже? Да. Куда грязник поедет? Левее или правее? Решил по смелому пути проехать. На днище сел-то. На дно сел ты? Лебедку доставай. Качай его, качай. Давай. Рулем давай еще. Советчики! Да. Развели новичка! Новичка развели до болота, да? Нормально! Знаешь, что сделай? Попробуй себя на эту сторону, сюда весь переложи, чтобы эти цеплялись колеса по этой стороне. Это думаешь, надо? Конечно, ты уже наклоненный в эту сторону. Надо тебе, чтобы... Заваливай его сюда, на себя! О, давай.
Не цепляй, тогда лебедка, все. Если не сделаешь лебедку, доставай. Вообще слазь и толкай. Вот так гризлика достают. Молодежь. Ой, корки, короче. Ой, корки, да? Корки, да? Рассмешили ребят. Ну даете корки, да? Давай лебедку цепляйте, ничего не будет. Вы едете. Давай, 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 давай. Куда там, куда там? Так за дерево, вот же дерево. За дерево лучше будет тащить. Мотик будет стачкивать. Один лебедку держит, а другой думает, что лебедку крутит. Так вы. Короче, дембель. Решили новичка. Новичка приколоться. Ситуация такая, что человек держит лебедку и кричат другие, тяни лебедку. По чуть-чуть и нормально. Газовал. Реник пролетел. Так и быть, да? Он гордый орел.
Человек СМР готов? Вот это виноградины! Ну тут яма хорошая уже, ну так почти залез. Молодец! Тут яма неплохая. Едем дальше. На задник, да? На задник. Тоже засел, Мирик? Лебедку надо. А? Куда плывем? Там яма хорошая. Давай XMR-а. Искупать пора. Кто третий подключается?
На бритве, да? Меня засосало. Опасная трясина. Кондуктор, нажми на тормоза. Давай, лебедки. Лебедку откручивай. Лебедку откручивайте. Не успел заснять, как здесь кувырок был хороший. Не успели, да, Юра? Успел заглушить вроде так, перевернувшись был. Полностью перевернулся на бок. Руль надо будет выкрутить. Да. Все, нормально. Сейчас вперед уже можно будет. Теперь давай, Юра, толкай. Потом будет кричать, блядь. Спасение монстра. Бедный цех. Напрягается, но вытащит. XMR сам попробует. Легко и просто. Ребята разрулили. Юра не проедет, так это точно. Томас, открой фильтр, посмотри и масло открути. Там фильтр держал, но в самой коробке только вода.